Здравствуйте, девочки. Если вы еще не устали от моих видеоуроков, то я вам предлагаю связать еще вот такую вот красоту. Пинеточки связаны из двух цветов. Здесь мы вот такое сделаем сердечко. Здесь узор малинка. Сбоку на завязочке. Вот такой пинеточек. Вот с таким вот руликом внизу. Предлагаю сегодня связать. У кого есть желание, время, присоединяйтесь, и будем сейчас вязать. Для работы я взяла два цвета пряжи. Эта пряжа у меня 100% полиакрил, 50 грамм 110 метров. Вот с такой пряжи будем мы вязать. И спицы у меня троечка. Сейчас мы замерим, сколько сантиметров подошва. Ну, как обычно, 9-10 сантиметров. 10 сантиметров. И начинаем наше вязание. Из зеленой ниточки я набрала 32 петли. Набираем 32 петли и провязываем один ряд лицевыми петлями. Вяжем следующий ряд. Первую петлю снимаем, провязываем одну лицевую, кромочную, накид. Затем вяжем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Накид, 2 лицевые. Накид, 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Накид, 1 лицевая, и кромочную я провязываю изнаночной петлей. Далее все петли лицевые. Накиды провязываем вот за заднюю стеночку. Опять накид вяжем за заднюю стеночку и кромочную провязываем изнаночной петлей. Далее первую петлю снимаем, 2 лицевые, накид, 13 лицевых. Накид, 4 лицевые, накид, 13 лицевых, накид, 2 лицевые, кромочно провязываем изнаночной. Следующий ряд вяжем все лицевые. Вяжем до конца ряда.
Продолжаем вязание. Первую петлю снимаем, провязываем 3 лицевые, накид, 13 лицевых, накид, 6 лицевых, накид, 13 лицевых, накид, 3 лицевые и кромочной, изнаночной петлей. Следующий ряд у нас все петли лицевые. Вяжем до конца лицевыми. Вяжем дальше. Первую петлю снимаем, провязываем 4 лицевые, накид, 13 лицевых, накид, 8 лицевых, накид, 13 лицевых, накид, 4 лицевые, кромочная, обратный ряд, вяжем все петли лицевые. Ну и теперь последний раз мы сделаем прибавочку. Первую снимаем, провязываем 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 13 лицевых, накид, 10 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, накид, 13 лицевых, затем накид, 5 лицевых и кромочная, обратно все петли лицевые. На спице у меня 52 петли. Я беру желтенькую ниточку и вяжу 6 рядов чулочной вязкой, то есть по лицевой стороне лицевыми, а по изнаночной стороне изнаночными. Вяжем лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными. 6 рядов. Теперь мы провяжем вот этот кантик по подошве. Для этого мы провязали 6 рядов чулочной вязкой. И теперь будем формировать кантик. Я показывала неоднократно, как я его вяжу. Может быть, у вас другой способ. Ну вот здесь вот внизу, за зеленую ниточку, поддеваем спицу, одеваем на спицу и провязываем 2 вместе с первой желтенькой ниточкой. Теперь переворачиваем на изнаночную сторону и подхватываем вот эту вот желтенькую первую ниточку, перегородочку, и провязываем ее с петлей. Чтобы ровненько ложилась, мы петельку перевернем. Теперь подхватываем вторую,
провязываем 2 вместе. Перевернули петелечку, подхватываем третью, провязали, перевернули петелечку и так далее. Подхватываем за вот эти, провязываем по 2 вместе. И так вяжем до конца. Вот я до конца ряда провязала, и последнюю петелечку я провяжу также вот с боковой петелечкой. Последнюю. Вот у нас получился вот такой вот аккуратненький кантик. Теперь по изнаночной стороне я провяжу все петли лицевыми. У нас на спице 52 петли. Если кто вяжет побольше размер или поменьше, значит там у вас уже будет другое количество петель. Последняя у нас изнаночная. Теперь мы провяжем вот такой вот рисуночек. Поднимаем зеленую ниточку, какая там у вас, другой цвет у вас, наверное, и вяжем 2 ряда лицевыми петлями. И также в другую сторону мы вяжем полностью ряд лицевыми петлями. Провязали мы 2 ряда лицевыми петлями. Теперь поднимаю я желтенький цвет. Первую петлю снимаем. Провязываем 3 лицевые. Зеленую снимаем. Нить за работой. 3 лицевые. Одну снять, нить за работой. В конце 2 лицевые и кромочная. Следующий ряд изнаночный. Первую снимаем.
Я желтенькую ниточку провязываю лицевыми, а зеленую снимаю, которая была снятая, мы ее опять снимаем, но нить уже перед работой. 3 лицевые, которые были лицевыми, снятую снимаем, нить перед работой. Провязали. Теперь берем другой цвет. Первую петелечку снимаем. Затем одна лицевая, одну снять. И та, которая у нас была снятая, она должна быть в серединке. Мы сейчас вяжем 3 петли, но в серединке должна быть снятая петля. Так, 3 лицевые, одну снять. 3 лицевые. Одну снять, 3 лицевые, одну снять, нить за работой. Изнаночный ряд также вяжем, как мы вязали изнаночный ряд. Снятую петлю снимаем, нить перед работой, 3 лицевые. Снятую снимаем, нить перед работой, 3 лицевые. И так до конца ряда вяжем. Провязали. И теперь мы повторим еще раз желтенькой ниточкой. Первые 2 ряда. Первую петлю снимаем, провязываем 3 лицевые, одну снять, 3 лицевые, одну снять, нить за работой. Так вяжем дальше. Изнаночный ряд мы вяжем 3 лицевые. Зелененькую мы снимаем, которая была снята, нить перед работой. И потом еще мы 2 ряда провяжем зелененькой ниточкой, просто лицевыми петлями. Итак, провязали мы 2 ряда еще зелененькой ниточкой, мы ее обрезаем. Нам она уже не нужна. Дальше будем вязать желтенькой ниточкой. 8 петель у нас пойдет на мысик. У нас 52 петли. Так, 52 петли минус 8. У нас получается 44. И делим пополам по 22 петли. У нас идет по бокам. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Дальше у нас идет 8 петель мысика. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. И здесь должно быть 22.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Следующие 2 петли мы вяжем 2 вместе изнаночной. Разворачиваем работу и вяжем опять 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе вяжем лицевой. Переснимаем на спицу эти, которые мы провязывали 2 вместе лицевой. И вяжем только среднюю часть, средние 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующие 2 по лицевой стороне вяжем изнаночной, а по изнаночной стороне вяжем 2 лицевые лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе лицевой. Разворачиваем. И вяжем так дальше, пока у нас на спице будет 32 петли вместе с кромочными. Ну вот у меня на спице 32 петли. Последнюю прибавочку я сделала справа. И дальше я уже не делаю прибавочки, потому что я начинала делать их с этой стороны. И дальше вяжем все петли до конца ряда лицевыми. Провязали. Обратный ряд мы также провяжем лицевыми, и еще 2 ряда мы провяжем лицевыми, то есть лицевыми, 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 и затем будем делать дырочки для шнурочка. Провязали мы еще 2 дорожки, и теперь мы сделаем завязочки, то есть дырочки для завязочек. Первую петлю снимаем, провязываем 2 лицевые накид и 2 вместе лицевой. Опять 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой. Две лицевые, накид и 2 вместе лицевой. И так мы вяжем до самого конца ряда. В конце 2 лицевые и накид. И обратный ряд мы вяжем все петли лицевые и накид. Вяжем обыкновенной петлей, чтобы у нас дырочка была. Вот так прямо. Вот у нас получаются дырочки для завязочек. Со следующего ряда мы начинаем вязать узор малинка. Вот такие вот шишечки. Очень оригинальный узор. Так начинаем вязать узор. Первую петлю снимаем. Далее мы вяжем 2 петли изнаночные. 1 лицевая. 2 изнаночные. Теперь мы из одной петли вяжем 5 петель. Провязываем одну петлю, не снимая со спицы, делаем накид. Провязываем еще раз петлю, опять делаем накид и провязываем еще одну петлю. И потом только снимаем со спицы. Затем 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Из одной петли вяжем 5. Затем снимаем. Опять 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Из одной вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные.
Из одной вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Затем снимаем со спицы. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Из одной вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 1 изнаночная и кромочная. С изнаночной стороны вяжем лицевая, и все петли, которые мы вязали из одной 5, провязываются лицевыми. Далее изнаночная провязывается изнаночной. Далее вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 изнаночная. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 изнаночная. 9 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевые и кромочная. И теперь мы будем вязать еще по рисунку. Над изнаночными вяжем изнаночными, над лицевой вяжем лицевую. То есть 1 лицевая, 9 изнаночных. Одна лицевая, 9 изнаночных. Еще мы провяжем 2 ряда рисунком. До конца ряда вяжем рисунком, опять вяжем рисунком, потом по лицевой стороне вяжем рисунком по рисунку и обратно вяжем по рисунку. То есть 5 рядов мы вяжем по рисунку. Возвращаемся на лицевую сторону. Так, провязали. И далее мы вяжем рисунок в шахматном порядке. Первую петлю снимаем, вторую петлю вяжем лицевой. Далее вяжем изнаночной. Из этого столбика мы вяжем 5 петель в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Затем вяжем 2 изнаночные. И вот эти 5 петель, которые мы вязали в одну петельку, мы их вяжем одну лицевой. Вот у нас получилась одна уже такая вот шишечка. Далее вяжем 2 изнаночные. Из этого столбика вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. Далее из 5 вяжем 1. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем одной петлей. Вот у нас получился вторая вот такая вот шишечка. Далее 2 изнаночные. Из одной 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. Из 5 вяжем 1. 5 петель провязываем вместе одной. Далее 2 изнаночные, из одной 5,
2 изнаночные, из 5 одну, 2, 3, 4, 5, а петля. Далее 2 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5. Из 5 вяжем одну петлю. И в конце 1 изнаночная и кромочная. И далее еще 5 рядов вяжем по рисунку. 1 лицевая, 1 изнаночная, 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 изнаночная, 9 лицевых. И так до конца вяжем. И затем еще провяжем и 4 ряда, для того, чтобы у нас образовалась такая потом шишечка. Итак, провязали мы еще один ряд шишечек. Теперь мы вяжем одну лицевую, ой, одну изнаночную, одну лицевую и 5 петель вместе одной. Ой, извините, одну лицевой. Одну лицевой. Далее 2 изнаночные. И последний раз мы будем делать шишечки, третий ряд. Две изнаночные. 5 петель лицевой одной. 2 изнаночные, 1 вяжем 5, 2 изнаночные, 1 лицевая, из 5 вяжем 1. Далее 2 изнаночные, из 1 вяжем 5, 2 изнаночные, из 5 вяжем 1 и так далее. И обратно мы вяжем 6 рядов по рисунку. Провязали последний раз мы по рисунку, и теперь будем вязать все петли лицевыми. Только не забывать из 5 вязать 1 петлю. Вот эти вот у нас остаются здесь 9, 2 лицевые вяжем, затем 5 вяжем 1, 5 2 лицевые, столбик из лицевых петель вяжем лицевыми, 5 2 лицевые, из 5 вяжем 1. То есть мы вяжем 5 лицевых, из 5 1, 5 лицевых, из 5 1. 1, 2, 3, 4, 5. Далее из 5 вяжем 1 петлю. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Далее 5 петель вместе. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 петель вяжем вместе 1 лицевой. И далее провяжем еще несколько рядов лицевыми петлями. Я здесь провязала 6 рядов. И закроем петли.
Может быть, вы захотите чуть выше сделать. Но я думаю, так достаточно. Итак, вяжем 6 рядов лицевыми петлями. Так, я провязала, закрыла петли. По изнаночной стороне заделываем все ниточки. Здесь у меня какой-то узелочек. Так, сделаем тут узелок, чтобы не распустился. Теперь по изнаночной стороне мы сошьем вот эти две стороны. Ну и так мы связали. Я сшила, скрутила веревочку, или можете связать, продеть сюда в эти вот отверстия, и у нас сапожки готовы. Если кто хочет связать именно вот такое вот такое сердечко, я дам ссылочку. Я в интернете смотрела, как связано, как его вязать, и я по этому видео связала. Я вам дам ссылочку, можете зайти туда потом и связать. Ну и в серединку сюда я вот сделала такое вот, вот такой вот жемчужный кугель такой вот. Ну, вы смотрите сами, какой вы хотите, что вы хотите сюда. Ну, а ссылочку на сердечко я вам оставлю под видео. Ну и все, наши пинеточки готовы. Кому понравились, я думаю, они очень симпатично смотрятся. Вяжите. Всего вам доброго, девочки. До свидания.